COVID-19. В мире по состоянию на 31 марта 2020 года, по данным ВОЗ, зарегистрировано 784 654 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Прирост за сутки составил 62 612 случаев. Скончались более 33 тысяч человек. Выздоровели более 165 321. На 2 часа дня 31 марта в Узбекистане число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 158 человек. В стране действует режим карантина, в рамках которого закрыты все учебные заведения. Министерство народного образования совместно с руководством страны приняло решение не останавливать процесс обучения, а продолжить его в рамках проекта «Онлайн-уроки», направленного на дистанционное обучение учеников общеобразовательных школ. Здравствуйте! Впервые в Узбекистане из-за периода коронавируса четвертая четверть началась дистанционно. За период каникул Министерство народного образования совместно с телекомпанией подготовили ряд видеоуроков для учащихся с 1 по 11 класс. Эти уроки транслируются на трех бесплатных каналах. В Алмалыке на сегодняшний день обучается более 26 тысяч учащихся. И у нас, педагогов, к вам, родителям, убедительная просьба – следите за тем, чтобы ваши дети в обязательном порядке смотрели эти интереснейшие уроки. Контролируйте выполнение заданий совместно с учителями наших школ. Только в таком тесном сотрудничестве мы сможем изучить весь учебный материал и освоить государственные стандарты. Оставайтесь дома. Будьте здоровы. Итак, онлайн-уроки начались 30 марта с 8:30. Видеоуроки транслируются по следующим телеканалам. Для абонентов УзДижитал ТВ на телеканалах «Национальная география» для учеников с 1 по 4 класс, «Евроспорт» для учащихся с 5 по 8 класс, а также «Охота и рыбалка» и «Муз-ТВ» для учеников с 9 по 11 класс. Для абонентов кабельного и IP-телевидения на телеканалах «Национальная география» для учащихся с 1 по 4 класс, «ТВЦ» с 5 по 8 класс, Fashion TV и РУ-ТВ с 9 по 11 класс. Для абонентов, проживающих в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, бесплатно через три телевизионных канала, подключенных дополнительно в открытом режиме. Если до сих пор вы смотрели телевизор только через спутниковые тарелки, то для просмотра этих уроков вам необходимо подключить обычную антенну и настроить трансляцию через автопоиск. Если нужна помощь с настройкой, то постарайтесь уточнить у своих знакомых или же позвоните по номерам 78 129 90 00 или 10 65.